Черниговский городской голова Владислава Трошенко на публику рассказывает, что за воровство из общака очень сурово карают. Коли крадуть з общака. Значить, а за це дуже сурові, дуже суворе наказання. Откуда он это знает? Он что, оттуда воровал? Или сам карал проворовавшихся? Сурово карал. По крайней мере, 5 лет назад, а он как-то заграл на пляже Золотой берег, на его теле не было видно следов, свидетельствовавших бы о его криминальном авторитете. Ни погон, эполет на плечах, ни звезд на коленях. Может, под плавками что набито было, но он их на пляже не снимал. Золотой медалист школы. Студент, получавший повышенную стипендию в ХАИ. Сын заслуженного учителя Украины. Сидя в мэрском кресле, общается так, словно он сидит в кресле тюремного пахана. Ни хрена себе упущение! Ведь не впервые он так общается. Не так давно он употребил выражение «не лепить Горбатого». И вы мне что-то здесь рассказываете? Что касается... Не надо лепить Горбатого! Что сейчас уже можно трактовать как просьбу не лоббировать на пост начальника КП Черников-Буденбест Валерия Горбатова. Можно только представить, как общается Трошенко со своими подчиненными. Похоже, из цензурных выражений там только предлоги. Понятно, что нахватался он таких выражений от людей, которые были авторитетными для него, которых он уважал и походить на которых стремился. Нахватался не потому, что эти выражения ему нравились. Все-таки отличник из хорошей семьи. А по причине тогдашних высот людей, употреблявших эти выражения, принимая за истинность зависимость между их положением и поведением. Буду вести себя так, как они, думал, наверное, Трошенко. Достигну тех же высот. Смотри, сучий пес. Бесстыжая морда. Я тебя умножу на ноль. Ты тебе ясно или нет? Ни хрена себе упущение. Кто же эти авторитетные для Трошенко люди? Про особенность одного человека для другого могут свидетельствовать его подарки. Скажем, если один человек любит другого и планирует провести с ним жизнь, он дарит ему золотое кольцо. Насколько же сильными должны быть чувства человека? И какие же грандиозные планы он должен строить в отношении другого, если дарит ему золотой батон? Батрошенко много от Януковича. Как и у Виктора Федоровича, у него вообще не проскакивает криминальная лексика. Не надо лепить Горбатого! Как и Янукович, он невероятно скован при публичном общении. Похоже, он боится сказать что-то лишнее. Перейти случайно на привычную для себя манеру общения. Либо выдать свои истинные намерения. Как и Янукович, Трошенко стремится к полному диктату, прибирая к себе в рукам все новые и новые полномочия, забывая, видимо, что бежать придется все равно без них, что каждое новое полномочие только ускоряет старт забега. И в свете всего вышеизложенного, в свете этих не совсем позитивных параллелей, страшно даже не за город, страшно за подчиненных Трошенко. Ведь человек, который приказывает не лепить Горбатого, который сурово карает за воровство из общака, при случае ведь может и опустить.